Лариса Сычева получила второй компонент вакцины. Первая прививка была сделана 3 недели назад. Рассказывает, сначала почувствовала легкую тяжесть в мышцах, но уже на следующий день самочувствие вернулось в норму. Сейчас готовится сдавать анализ на антитела. Я понимаю актуальность проблемы, потому что я знаю людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. Это очень тяжелая форма болезни. Только в одной городской поликлинике на сегодняшний день вакцинировали более 4500 человек. Из них около 3000 человек получили обе части вакцины. Прививочный кабинет работает в 2 смены. Пройти вакцинацию можно с 8 утра до 7 вечера. Пациенты приходят в больницу по предварительной записи, что позволяет избежать скопления людей в коридорах. За это время не наблюдалось каких-то случаев поствакцинальных осложнений, аллергических реакций и так далее, что говорит о высокой степени безопасности вакцины «Спутник Ви». На сегодняшний день никаких проблем с вакциной нет, поставки осуществляются регулярно. Записаться на прививку можно, позвонив в свою районную поликлинику по номеру горячей линии 122, либо на сайте госуслуг. Вакцинация проходит бесплатно и добровольно. Мария Левина, События.